Казанский федеральный университет впервые в этом году предусматривает возможность для абитуриентов, поступающих в КФУ, сдавать вступительные испытания с использованием дистанционных технологий. Не выходя из дома, абитуриент сможет сдавать экзамен в установленные сроки при соблюдении ряда технических требований. В этой системе мы надеемся все-таки приблизить возможность доступа абитуриентов к поступлению в Казанский федеральный университет, чтобы они не несли организационные и транспортные расходы. Все-таки ребята, допустим, из Средней Азии, приехать сюда – это достаточно серьезная проблема. Но единственное, что хочу отметить, прежде чем они получат этот доступ, они должны будут с 20 июня, как это положено по правилам приема, подать документы в Казанский федеральный университет. В первую очередь опция предназначена для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья, которым проблемно добираться в Казанский университет. Для них она предоставляется вне зависимости от того, на какую форму обучения они поступают. В целом же операция рассчитана для поступающих исключительно на контрактную форму обучения. Те, которые поступают на бюджет, им все-таки придется приехать сюда. Для тех, кто поступает на контракт, они должны будут при формировании, значит, своих личного кабинета в системе «Буду студентом» при регистрации, при подаче заявления, в заявлении указать, что они намерены сдавать вступительные испытания с использованием дистанционных технологий. И вот это указание, там мы предусмотрели окошечко, они галочку поставят, и это будет достаточно. Мы дальше этим абитуриентам персонально в их личный кабинет предоставим возможность, пришлем логин и пароли для доступа вот в эту систему прокторинга. Веб-камера настроена таким образом, что она фиксирует внешние шумы и появление посторонних лиц в кадре. Экзамен отключается автоматически, если в кадре появляются недозволенные предметы, например, сотовый телефон. Абитуриент, получив право доступа, попадает в систему идентификации личности, то есть ведется тотальное видеонаблюдение, то есть одним из основных условий – это использование веб-камеры. Плюс к этому, эта система позволяет не только наблюдать за тем, что делает сам абитуриент, и как он отвечает на те задания, которые ему дистанционно в виде компьютерного тестирования направлены, но и отслеживать, что происходит на экране. Предусмотрена возможность электронной подачи документов через личный кабинет абитуриента. Сдача экзамена происходит в соответствии с утвержденным расписанием, которое вывешено на сайте приемной комиссии уже сегодня. Там же будет размещена подробная фото- и видеоинструкция. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюз.